Пример для бизнеса, как раз пример, который на Губахе. Берем горку и просто, начиная снизу, вкапываемся в нее, вкапываемся, вкапываемся, вкапываемся. И в итоге получаем многоуровневое бизнес-строение. На первом этаже находятся скипасы, сушилки, камеры хранения, кафешки, туалеты. Поднимаемся чуть повыше, в этом же месте. То есть место остается тоже, ярус увеличивается, и выше находится уже кафе. Всю площадь занимает то же самое, но находится выше. А еще выше еще одно кафе. То есть, в принципе, на таком небольшом месте трехъярусный бизнес-проект. Вот. Отличная идея для будущих всяких коллабораций с другими бизнесменами.